Украсть картины из красноярских музеев не так просто, как из Третьяковки. После курьезного случая с кражей картины Архипа Куинджи, который уже несколько дней бурно обсуждает вся страна, мы решили узнать, как тщательно охранять полотна в Красноярске в Суриковском музее. Стоимость некоторых экспонатов художника достигает сотен миллионов рублей. За ними следит обновленная система видеонаблюдения и смотрители зала. Комментируя похищение картины Куинджи, директор Красноярского музея отметил, иногда масштабы здания тоже играют свою роль. Наш музей по своей территории не такой большой, то есть нам, конечно же, гораздо легче контролировать ситуацию в залах, потому что все наши смотрители знают лично наших сотрудников, потому что вообще право прикасаться к музейным предметам имеют только ограниченное количество специалистов. В фондах музея есть еще одна редкость – работа Малевича «Дама, играющая на рояле». Сейчас картина скрыта от посторонних глаз, перед выставкой ее поместили в хранилище. В других музеях города нам не стали показывать самые ценные экспонаты, боятся нездорового интереса. Но признались, что после истории в Третьяковке ничего не меняли, меры безопасности остались прежними.